Мир вашему дому. Продолжаем готовить мясо. Вот уже прошло больше часа. Сейчас мы открываем. Вот сколько получилось, много бульончика. Я не добавляла пока воды. Сейчас мы добавим немного разного томатного соуса. Немного, потому что и так бульончик такой, подливка получается рыженькая от морковочки. Хороший цвет получился. Поэтому много не надо. Лавровый листик добавим. Чтобы побольше подливочки было, все-таки немного добавим сейчас водички. Нет, воду горячую, конечно. Немножечко совсем. И сейчас муку сделаем. Одну ложечку возьмем. И водички растворим. Хорошенечко ее помешаем, чтобы она вся растворилась, чтобы не было комочков. Так, вот к обеду уже собираются. Сейчас мы это все отправим. Мясо наше. Лучше через такой вот ситечко, чтобы комочков не было. Раз. И на сильном огне. Доводим. Мясо немножечко еще потушится, оно уже готово. Вот такой вот небольшой огонь поставим, пусть покипит. А мы в это время делаем пюре. Картошечка у нас уже сварилась, протыкается хорошо. Сейчас мы ее сольем. Воду сольем. Красивое мясо получается.
сделаем пюре. Картошечку слили. Добавляем туда масло сливочное. У меня вот такая вот. Нет, картошка. Штучка. Добавляем молоко подогретое. Поставим на плиту. Так вот, пюре, мясо у нас готово. Сейчас закроем, чтобы оно немножечко. Вот. Вот такое мясо с подливочкой сейчас. Будем пробовать. Ну, надо покрупнее взять кусочек. Толстенький. Да, все отлично. Ну, можно выкладывать в тарелочку. Картошечка у нас. Вот, возьмем немножечко положим. Попробуем. Он кормит сейчас своих родных. И мясо. Подливочкой нам нравится, поэтому подливочки вот так вот. 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 Можно кушать. Приятного аппетита. И кто захочет, пусть так готовит. Особенно надеюсь, что мои внуки, мой ребенок тоже когда-нибудь приготовит. Всего доброго!